постановщик, тренер коллектива Академия танца, победитель всеукраинских и международных конкурсов Дарья Зеленко. Руководитель студии Гарем Ханцая, судья ОАСТ, хореограф-постановщик Валерия Маркова. Художественный руководитель Академии танца, судья ОАСТ и ИАИ, хореограф-постановщик, профессиональная танцовщица Мадина Кононенко-Тасуева. Руководитель студии Мерджана, город Мелитополь, победительница многочисленных украинских международных фестивалей, чемпионка Украины 2014 года, серебряный призер международного фестиваля «Элай» 2016 года Татьяна Тарасова. Художественный руководитель школы восточного танца Маргариты Шейхали, судья ОАСТ, победитель многочисленных конкурсов Маргарита Шейхали. Тренер чемпионов мира и Европы, чемпионка Украины, финалистка Кубка мира, судья высшей категории УФСТ и высшей категории ОАСТ, руководитель школы танца Фигерия Анна Лукина. Руководитель студии Академия танца город Запорожье, судья высшей категории ОВСТ, тренер чемпионов и главный судья конкурса, но она сейчас не выйдет на сцену, но приветствуем Элину Воскресенскую. И профессиональный перкуссионист, преподаватель музыкант школы танца Татьяны Поздняковой «Восточная Сибирия», соорганизатор всеукраинских фестивалей по балет-танцу, приветствуем Родиона Долгова. Конечно же, организаторы всеукраинского конкурса рейтингового чемпионата по версии ОАВСТ «Семирамида-2016», президент Днепропетровского отделения ОАВСТ Татьяна Субботина и вице-президент Елена Водопьян. Спасибо, дорогие судьи, просим занять рабочие места. Желаем хорошего конкурса. Соревноваться самые маленькие, самые лучшие представители балет-танца, это бэбики. Они будут выступать малой группой, они будут дебютировать, поэтому просим поддерживать деток. Дебют — это первый раз на сцене, они еще и маленькие. Будут танцевать они в стиле рок-шарки.